Ребят, привет! Я нахожусь на турнире Titan FC. Пока меня не запретили снимать, я вам покажу немного мероприятие. Пока сидим на турнире. Смотрим. Болеем за ребят, которые с нами тренируются. Сейчас выходит мой тренер драться. Тренер по ударной технике. Базово он тренер по тайскому боксу. Ребят, еще раз говорю, сейчас сижу на турнире Titan FC и делаю вам прямую трансляцию. Мастер Райан Будинин. Супер Тумака. Ребят, по Сантосу я еще не знаю, что там у него случилось, но мне час назад предложили бой с Нгану. Выйти сейчас в сентябре. Я уже согласился, но еще не знаю ответ. Говорят, что Нгану не хочет драться ниже, чем с бойцами топ-5. У него очень большие чемпионские амбиции. Вот, поэтому хочет драться с топовыми соперниками. Тут какое-то освещение. Морда у меня, конечно, страшная. Да, знаю, что Нгану очень сильный. Ребят, для меня, конечно, выгоднее этот бой, но я на него согласился. Мы ждем теперь, что ответит Нгану. Для UFC я сказал да, если что. Говорят, мы с ним поговорим, но он хотел кого-то из первой пятерки, для того, чтобы потом драться за пояс. У нас, кстати, Штрува здесь сидит, если вы там увидите длинного лысого парня. Let's go.
ребят, что показываю? Показываю турнир Titan FC, Titan Fighting Championship. Занимаюсь пиратским тем самым. Вы можете контентом, да, вы можете смотреть турнир в России напрямую. Можете переводить мне по 50 центов. Руку убери. Задушит же. Блин. Ручной треугольник. Вот. Ребят, то, что я сказал, я не знаю, что с Сантосом. Я даже сейчас только по смс-кам и так далее начинаю понимать, что бой сорвался. И понимаю, что что-то связано, по-моему, с усадой. Вот. Где-то что-то, наверное... Сантос решил подстраховаться, так сказать. Вот. И... мне уже предложили как бы бой, и я согласился, посмотрим, что получится дальше.
По контракту, который у меня был, у меня еще 4 боя с моей организацией. Где сейчас я на турнире Titan FC, Titan Fighting Championship, американский промоушен. Конечно, отличается Титан FC от UFC. Я не знаю, как с российскими сравнить, с какими турнирами, но сильно отличается. Это простой промоушен, который делает свои турниры. Это вот именно площадка для ребят, не беллаторовцев, не UFC-шников. Чисто площадка. Это Black Zillion, бойцы бродят. В том числе Штрува, видите, ходит, показывает на зрителях приемы. Ребят, с Сашей Волковым немножко контачим. Что про допинг Сантоса, я честно не знаю. Но знаю, что бой не состоится с Сантосом Нгану. Мне сегодня предложили драться с Нгану. Мой менеджер. Менеджмент мне предложил. Да, людей было поменьше намного, сейчас уже чуть прибавилось. Вот средняя часть более-менее заполнена, а края еще не очень заполнены. Ну, зона столиков заполнена полностью. Почему с Рашидом Магомедом не продлили, но мне парень очень импонирует, очень хороший такой, скромный, честный парень, конечно, он не располагать к себе не может. Сколько стоит билет? Я покупал билет, у меня вот столик у клетки. Вот клетка, вот мы сидим, то есть ближайший стол от клетки, у меня билет стоит за столом $80. Ну, промоушены есть в Штатах, как бы есть простенькие промоушены. Я уже вот на втором турнире сейчас, или еще пока что на втором, на небольшом турнире. Ну, знаю, что они регулярно проводятся достаточно. Где? Да. Это мой. Идет, супруга подсказывает, идет мой товарищ, с которым мы дрались. Через турнир тому назад. Виктор Пешта. Пойду поздороваюсь. Или попозже. Или подойду. Я через эту перелезу. А сейчас это появится.
поймаем их на выходе. И в Штатах иногда узнают на улице, здороваются там, они желают победы, они и так далее. Да, иногда узнают. Не реже, чем в России. Не реже, чем в России. О, это наш. Темненький. Тренер наш по борьбе. Который тренирует, он стоит. А, я думала, ты я вроде... Не, видел его на видео. У нас время сколько? У меня 8 часов 43 минуты вечера. Привет всем, кто к нам присоединился. Мы находимся, присутствуем на турнире Titan FC. Titan Fighting Championship. В Америке и смотрим бои, как все здесь движется. Изучаем, так сказать, эту сторону на американский лад. Маленький Мархан. Молодой маленький Мархан. На видео сейчас был. Очень маленький Мархан. Мархан начало. Flyweight, это 67. И еще меньше. 61. Ну, 57, 61. Не наш, короче, пока что. Я еще не согнал столько. Как Сосновским, жду его выступления. Ребят, Сосновский Дима должен драться. У него намечен бой 16 сентября. То есть уже, в принципе, меньше месяца осталось, 28 дней. Есть у него там нюансы с подготовкой, со здоровьем, но будем надеяться, что такого богатыря, как Дима, это не сломит, и он нормально подерется. Ребята сидят, Athletic Commission за мной. Комиссары. Это наш тренер из American Top Team по ударной технике. И он же сегодня катменом здесь работает на турнире Titan FC. Наш. Магомадов не лучший, но стремимся быть. Стив Мока легендарный секундирует бойца. Thank you.
Лукас, клубу Бостону большой привет из Америки. Как я говорил, это Стив Мока, очень крутой борец, и в принципе я не помню, чтобы меня в жизни, наверное, кто так по борьбе мучил, как он. Несмотря на мой опыт и всю технику, я пока что с ним не справляюсь абсолютно. У меня бой на UFC 217 4 ноября. Ребят, я говорил, у меня был 2 года казармы было, но я не служил. Я был в университете внутренних дел. То есть казармы со всеми как бы вытекающими последствиями. Это была не армия, это был внутренние дела. Да, я уже ответил. Ребят, пока что про чемпионский пояс далеко говорить. Я даже не в десятке, о чемпионских амбициях могут говорить те, кто в первой пятерке, поэтому я пока о них не говорю. Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом, но что сейчас сотрясать воздух без толку? Пусть сотрясают ребята, которые любят заниматься говорунством, а не драться. А у нас такие есть. Пусть они и говорят, а я не буду говорить. Магомадов в Грозном был, хороший город, понравился, проводил мастер-класс в Тереке, вот, общался с хорошими ребятами. Лечи Курбана очень уважаю, с ним общаемся. Вот. Поэтому передаем привет, конечно. We love you, champ. Thank you very much. Так публика реагирует на бои. Нормально, спокойно, сдержанно. Охраны здесь очень мало, как бы. Только ребята в оранжевых футболках, это как бы обслуживающий персонал. Очень все себя достойно, хорошо ведут, как бы. Вот. Мисс Мани. А, день рождения у него сегодня, да? Шамиль, поздравляем тебя прямо с турнира Титан FC, Алексей Олейник из США, со своего тренировочного лагеря. Поздравляю с днем рождения, желает сил, успехов, здоровья, быть настоящим мужчиной и идти путем сильного, достойного парня, мужчины. Даниэль, привет, мы с тобой везде, и ВКонтакте, и в Инстаграме, и везде на связи, и прямо в эфире. Thank you.
пришел мой. Ребят, дерутся молодые ребята, у которых 2-3-4 боя, они еще не титулованные настолько, как бы, ну, бойцы не так известны. Ты снимаешь меня? Я пошел. Здорово. Ты снимешь на твой. Меня снимай прям. Меня снимай. Я пошел туда. Где он, пример, как наши? Наши хорошо. Ребят, я еще не знаю, сколько боев. Я пришел вот на второй поединок, и у нас сейчас, по-моему, пятый сейчас идет. Сколько здесь схваток, кто дерется, я честно не знаю. Я пришел поболеть за двух-трех ребят, которые из American Top Team дерутся сегодня, и все. Сейчас видели, увидел своего соперника бывшего. Вот, нормально с ним пообщались и пожелали друг другу всего хорошего, как бы, дальнейших. I'm pretty. Ugly. Very pretty. Ugly. Beautiful. Вот. Junior Dos Santos, я, ребят, не знаю, кто-то говорит, что травмирован, кто-то говорит, что что-то с Усадой или еще чем-то. Я еще не знаю даже. Я не видел ни его, ничего. Мне два часа назад написал менеджмент, готов ли я драться с Нгану. Я сказал, что готов. Все, дальше молчим, но говорят, что мы, в принципе, хотим твое знать согласие, но Нгану, в принципе, изъявляет желание драться с кем-то из топ-5. Еще и показал это. Поэтому сидим на турнире, у нас здесь человек 10 UFC-шников,
в гостях. И UFC-шников есть бывшие UFC-шники, и беллаторовцы, и так далее. И с различных клубов. Идет соперничество между некоторыми клубами. Сейчас тут и Black Zillion с American Top Team уже несколько раз дрались. Другие клубы участвуют. Вот. Показываем вам обычную жизнь, так сказать, изнутри. Тут чуть посильнее соперник. Прихватил хорошо. Не-не-не, так нельзя. Молодец. Сколько лет мы с Татьяной вместе? Мы с Татьяной всю жизнь вместе. Больше 10 лет, ребят. Если кому-то интересно, наша супружеская жизнь. Больше 10 лет у меня есть это чудо. Вот, и я очень доволен. Карел Ловик, замени Дос Сантоса. Мне уже предложили заменить Дос Сантоса, я согласился сразу же. Еще раз покажу вам штрувы. Сколько сотрясений за профкарьеру, я честно их не считал. Сотрясения два или три раза у меня были нокауты и все. Остальное не считал. Наш парень чуть-чуть техничнее, но менее физушный. Чуть уступает в габаритах и в мощи. Даниэль, какие шансы 50 на 50? Или выступлю, или не выступлю? Ребят, сколько я вешу между боями? Столько же, сколько я вешу на боях. Сейчас у меня вес 110 килограмм. На взвеше у меня было 108 килограмм. А какой у меня еще может быть вес? Я как бы не гоняю его никуда и... У тебя может быть 140. Да? Может гонять 120. Да, я могу набирать сколько угодно вес, главное, чтобы я влез 120. Вот, но... Вот. Или, к счастью, или, к сожалению, набрать больше, чем 110-112 у меня не получается. Не тяжеловато. Что за турнир, Максим? Турнир это Titan Fighting Championship. Titan называется, Titan FC. Больше устал. У нас такой будет. Это самый. Я супруга лайкает мой эфир.
Там девушка лайкнет. А задержка идет несколько секунд. Так, ребят, раз вопросов больше нет. У них уже 4 утра, им уже скоро доброе утро желает. Все, ребят, вам про Нгану рассказал, все остальное рассказал. Турнир посмотрели. Турнир вы посмотрели. В прямом эфире. Даниэль, спасибо. Я тоже юрист-правовед, у меня диплом юриста-правоведа. Заканчивал юридический факультет в университете, поэтому в чем-то мы коллеги. Все, всем с Богом. Добрым людям доброй ночи. Всего хорошего, ребят. Всего доброго. Видео смотрите на YouTube.